третий фильм снимаю. И кто меня гонит? Вот, давайте так. За фильмы я плачу за их доделку, за их, как называется, монтаж, демонтаж. Вот, каких-то скромных 200 рублей. Если кто-то поделится своими историями 200 рублей, я обижаться не буду. Вот, потому что советы мои, ну, бесценные, это значит практически бесплатные. И очередной из них выглядит так. Я сейчас идет кардинальная обрезка. Вот представьте себе абрикос академик. И тот самый, на котором были 120-граммовые плоды. Любимое дерево от телевидения. Вот. Как он выглядит сейчас? Ну, когда с него было срезано огромное количество веток, вот сейчас. Давайте посмотрим на эти ветки. Это вот с того, с черного абрикоса срезанный. Приросты, как видите, я специально взял так, чтобы вы видели. Вот они, почки. Цветущими почками покрыт очень плотненько. Вот. И вот эти три, видите, целые букеты. А вот этот я срезал отсюда. Обратите внимание, на нем нет ни одной цветущей почки. Это с академика. Я скажу, что такое? Раз академик привык, должны быть. Они только должны быть, они есть, но один нюанс, который все уходит из всех из этого, из памяти. Оставляя в памяти ненависть к волчкам. Вот они, волчки. Вот, смотрите. Видели, где я срезал? Видите? Вот я срезал. Показать вам крупный план. Цветущих почек нет. Это те самые проклятые наукой волчки, которые считаются жирующими. Вот. Они появляются не из почек, а из клеток. Это клеточный материал. Я уже не раз показывал, а новичкам я сочувствую, потому что они не знают, что в каждой клетке сидит целое дерево целиком, с корнями, там, в это самое, в ядре, с корнями, с кроной, с будущими плодами, целиком. Вот. А проявление так, есть проявление, когда они, здесь в данном случае нет, когда они вылазят и уходят, впиваются в почву, то есть дополнительные корни, это дополнительная крона. Почему? Была сильнейшая обрезка, дерево старое, ему около 30 лет. Оно накормило меня очень хорошо. Оно сделало меня знаменитым. 120-граммовые плоды. Вот, но я резал, 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 оно начало умирать. И я уже отрезал уже отсохшие ветки, видите, отсохшие. Вот, но отрезал не полностью, не заподлицо. Время от времени просыпались вот такие побеги, и на них действительно нет цветущих почек. Вот видите, вот на этом, которая справа, на нем нет цветущих почек. Давайте рассмотрим ближе, на каком году появляются цветочные почки. Вот, можно ли считать жирующими, проклятыми, ненавистными, и их надо уничтожить. Вот, для меня это будущая крона. Но, посмотрите, вот мне так повезло, да, что здесь, когда была отрезана ветка, проснулись вот те самые клеточные клетки, и из них появились ветки. Давайте смотреть, стали ли они плодовыми. Внимание, где-то здесь примерно один год, два года, да, два, а в сумме получается три. Итак, внимание, на третий год, видите, отсюда пошла сюда, 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 смотрите, первый год, второй год, и вот она развилка, третий год. И вы видите плодовые ветки. Итак, эта ветка, проклятая наукой, подчеркиваю, ладно, какими-нибудь там проходимцами, но проклятая, а проходимцы меня считают, проклятая наукой, так, видите? Вот она, смотрите. А теперь вы видите здесь, когда я сейчас закончу, почему я начал срезать, вот видите? Я их срежу, как ценнейший материал для прививок, посмотрите. Вот, мощные приросты. Это уже было как? Уже она вылезла, поросла, поросла. Вот там я сделал обрезку на прививку. Она расстроилась, да, расчетверилась и дала побеги, которые уже... А ну-ка, давайте посмотрим. Сейчас я это выброшу
не выброшу, а отброшу. Давайте посмотрим. Уже есть там цветы? Или все-таки они жирующие, их надо выбросить? Давайте посмотрим. Сейчас. Жаль, помощников нету. Так. Ага, на второй год нету. Это второй год, вот то, что вы видели. А третий год, это вот смотрите, раз, два, три. Еще вот это. Раз, это когда сейчас помощник мой отпиливал вот эти ветки, видите, вот они. Он случайно вот эту сломал, случайно. Давайте посмотрим, она пошла влево. Ну-ка. Вот они, цветочные почки. Убедились? Шуток нет. Итак, второй год еще нету. Прирост второго года. А прирост третьего года, потому что, смотрите, это тоже первый. Но первый пошел до туда. А здесь пошел до сюда. Отсюда пошла ветка 2. И здесь пошла раз, как это называется. Ну, вот так, короче, поняли. Или обычно 2, 3 или 4. Причем 2-3 полноценные. Ну, я не знаю, получился у меня или нет, потому что сейчас солнце взяло и исчезло. У меня в глазах стало темно, сильно потемнело, хотя еще только обед. Вот. А вот это вот, что я срежу вам на прививки. Ну, скорее всего, выкину. Осталось месяц на рассылку и очень сомневаюсь, чтобы это произошло. То есть купля-продажа. Сейчас почему-то последнюю неделю, это праздники вот эти вот самые, уже женский день. Мужской день почему-то были заказы, женский не стало. Не знаю, чем это объяснить. Итак, я сейчас отключаю эту самую камеру и сфотографирую эти ветки не как жирующие, а как особо ценные. Еще раз, для науки жирующие. Вот это вот, ну понятно, им 3 года. Если брать отсюда, то 3 года. А вот это вот я покажу в самом зачатии. Вот смотрите. Конечно, на них нет цветочных почек. Больше 2 лет следить за ними терпения нет. Их объявили подлыми, жирующими, вредными, ненужными, отнимающими силы у дерева. А это, ребята, будущая крона. Поймите, вы специалисты. И перестаньте людям голову морочить, перестаньте людям заставлять калечить деревья, оставляя негодный материал и уничтожая будущую крону. Позвольте мне на этом закончить, а то я сейчас разволнуюсь.